Короче, мы в аэропорту Минска. Он очень здоровый такой вот. Вот постой покурить, на что? Сейчас пойдем внутрь, на втором этаже. Вот беру, я забираю свою сумочку. И идем гулять. Сейчас я вам покажу все достопримечательности нашего любимого аэропорта. Заходим. Так, да, не спеши. Так. Это вот стойки, да, походу, регистрационные. Да. Пошли табло посмотрим. Вон, вон. Наверное, сейчас посмотрим. Блин, какой здоровый, а. Почти как Домодедово. Ну а что, так и есть. Сверху. Ага, ага, 18-20. Да. Еще ничего не написано. Ничего не написано, да, я смотрю. Да, я смотрю, куда вообще отлетают. Вот на китайском, походу. Смотри, например, место здесь на русском, на английском и на китайском. Угу. Хорошо, пошли походим. Посмотрим примерно, где. Они же даже все равно регистрацию. Пошли туда. Чего ты хочешь? Это второй этаж. Есть еще первый этаж. Это второй этаж. Вылет. А, отсюда вылет? Прилет, да? Ну хорошо, вот по-моему регистрация, да? Где регистрируется на вылет? Пункт обмен валюты, вон показан. А? Турция столько людей. Мало? Где они? Вон касса, там. Иди сюда. Сейчас я зафиксирую табло. Вот Калининград, 18-20. Практически все Белавия. Практически. На Москву только вот, потом на Пекин, Будапешт, видишь, что нам видно. Да. Ага. Ну что, пошли спросим, сколько стоит вода и что нам делать. Вот, вот пункт валют, там написано обмен, там стрелка показывает. Я хочу походить и снимать. Пошли, да пошли.
где я еще такое увижу и когда вообще? Это вообще, я не знаю. Буду снимать. Вот смотри на стрелки, где пунктики. Обмен валют. Давай сейчас посмотрим, сколько он будет стоить. Туалет потом не скажу. Сколько он хотя бы примерно стоит? Вот был кафе там. Ну, пошли там посмотрим. А, первый этаж прибытия. Давай зафиксируем. 60, то есть меньше, да, получается? Все, пока на этом.